Всем привет, ребята, с вами Ниагара, продолжаем. В прошлый раз мы так нехило очканули. Ну что же, теперь включим свет, пожалуй. Собака, не скули, страшно же. Ну он вроде так как бы после всего этого лежит спокойненько. То есть, наверное, впереди в ближайшие минут 10 не предстоит ничего такого. Я очень надеюсь, что это не будет так все подряд. Скримота сплошная. Что? Что такое? Где ты? А где он? Ты чё? Ты где? Ты принёс? Он что-то мне принёс. Фотка. По-моему, у нас уже была такая фотка. Ну ладно. Ну чё, тебя погладить? Эй! Ну, спасибо за фотку. Хороший, хороший. Хороший мальчик, конечно. Тебе не пора покормить? У меня, кстати говоря, это... А сколько у меня в рюкзаке осталось? Собачий корм один. Печаль, беда. Ладно, он, в общем, ушел куда-то в сторону. Я пока пойду по дорожке. Даже просто побегу. Не представляю, что нас ждет дальше, ребята. Просто не представляю. Что там за жесть? Приготовили нам разработчики. Что здесь? Почему-то игра лагать начала. Все было нормально до этого момента. Да-да, я иду, не ори на меня. Что-то мне опять это все не нравится. Что? Fuck. Ох, не говори. We need to find another way. А, здесь вот это вот... Ой... А ее что-то полно, весь лес в этой фигне. Так, подожди, ты успокойся. Где? Успокой меня. А чё, как мы пойдем-то? Ну давай, можно же присесть? Может быть, я смогу вот здесь пройти? Что-то я рано присела за 3 километра. Ладно. А, видимо, это и есть другой путь. Там мы пройти не можем, потому что там вот эта вот фигня. Так даже там и не пробежишь просто так. Ну, мне типа туда, но я там не пройду. Мы видим, да, что там за жесть творится. Там как беснуется кто-то под листьями, поэтому мы пойдем в эту сторону. Идет рельсы какие-то. А, мы... Возможно, мы с тобой... Что такое? Можно позвонить кому-то? Булик, блин. Возможно, мы найдем какой-нибудь вагон. Ты чё встал-то? И... Что-то, по-моему, буллет сломался. Ты чё? Вперед? Нет? Ну ладно. Жрать, может, хочет? Не знаю. Так, у меня здесь где-то появлялась связь. Давай посмотрим, могу ли я кому-то набрать. Так, контакты. Джесс? Да, есть вызов, ребята. Эй, Джесс. Алло. Yeah, I think so. It's just, What? What is it? Jess, I... There's something really messed up going on in these woods. Okay. Он идёт за мной. If you're trying to scare me, it's working. I'm sorry. I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just... Okay, listen. If anything happens, I want you to know that... Stop it, Ellis. You don't get to do this. You run off into the woods, you ignore my calls, and now you give me this end of the world speech. It's not fair. I am... Yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've gotten yourself into, but you can just come home. Leave it all behind. Wouldn't be the first time, right? That's exactly why I can't. Sorry, Jess, I gotta go. Can I call you later? Можешь попытаться такая. Я нашла еще этот значок. Роско. Так, мне не нравится музон. Что, блин, происходит? Так, подожди, давай автоответчик попробуем позвоним. Может, мне еще что-нибудь там оставили. О, буллет пришел. А, да.
Это мы уже слышали. Это уже неинтересно. Вырубай. Так, давай, значит, кому мы можем еще позвонить? Давай посмотрим. О, игры, кстати, мне сказали, если страшно, играй в змейку. Алан, Эшли, доктор. Пиццерию, мы давайте пиццу закажем. Пиццу мне в лес, пожалуйста. С ведьмой. Скушаем. Большую пепперони. Да в смысле? Собака скулит, есть хочет. А кому мы можем еще набрать? Вот, ну вот серьезно, вот кто у нас тут? Кит? Роско, вот которого только что жетон мы нашли, да, позвоним? Линия занята. Я думаю, у всех, кого жетончики мы нашли, будет занята линия. Ветеринары. Ну-ка. Заберите нас из леса. Hi, it's me, Ellis. Ellis, my boy. I did not expect to hear from you so soon. Is Bullet okay? Is ear acting up again? No, it's fine. I just, you know what? It's nothing. Sorry to bother you. Ну ладно. Короче, никому мы дозвониться не можем. Да ладно тебе, что тебе, мой хороший? Ты что такое? А может быть мне ему сказать, иди рядом? Просто иди со мной вместе и никуда не уходи. Потому что ты убегаешь, мне страшно. Тут постоянно что-то скрипит. Посмотрите вот туда, вот если назад посмотреть. Очень жутко. Мне кто-то что-то написал. Ай, автоответчик. Мама. Ну окей. Сейчас обернись, такое сообщение. Несите памперсы. Так, я не совсем поняла. О, нет, все в порядке. Я думаю, все, сейчас обернусь и там... Капец какой-то, что это? А, это бревна спиленные. Ну ладно. Бежим навстречу. Либо смерти, либо выходу. Ну, мост. Окей. Давай, чеши. Буллет за мной. Это что? Ну, я, видимо, либо пока с этим ничего не могу сделать, либо совсем не могу ничего сделать. Так, это что? Что? Чё такое? Ты чё? Чё-чё? А чё, где? Ты это... Ну-ка, это, перестань. Не мороси. Ты меня пугаешь. Что? Там нет никого. Ты чё устроил тут, блядь? Что-то ощетинился такой, это... Как будто тут рядом кто-то. Или что-то там. Свет горит в конце туннеля. Ага. У нас есть какой-то вагончик, вагонетка или что. Это, я так думаю, что мы... А, дрезина. Через те поля мы, видимо, на ней поедем. Чё-чё-чё-чё-чё-чё. О, нифига такая тень. Жутко. Ты, чувак, ты сам... Самый жуткий в этом лесу. Так, ага, здесь уже тупик, ничего нет, да? Понятно, мы на ней должны доехать куда-то, куда-либо. Ну ладно, ты где? Лезь за мной. Up. Up. Чё тут? Да не скули страшно и так. Так, вагон, модель, ля-ля, рычаг реверса, питание вперед-назад. Ага. Значит, питание. Нет, включи. Это вперед-назад, но нам нужно, наверное, вот это нажать и нажать вперед. Полный вперед, да? Ну, вот так. Ну, мы типа едем. Ладно. Больше ничего не надо нажимать. Ну, у нас свет впереди. Я не думаю, что на нас будут нападать, потому что мы со светом едем, а они света боятся. Это же все логично. Булет. О, всё, собака. Не скули, пожалуйста, мне страшно. Ты скулишь, и я боюсь. Так, какая-то развилка. Стой. Ну, подожди.
Там какая-то развилка, мне нужно понять, куда ехать. Так, ладно, подожди. Come on, buddy. А, ты со мной пошел? Ну давай. Да что, опять музыка такая страшная. И тень. Так, мне, значит... так, Б... А, там что-то... Так, здесь какая-то головоломка. Что? Отстань, тут свет везде. Ты не должен к нам подбираться близко. Меня записали. Где свет? Лесозаготовка. Ой, не говори. Так, смотри, мы дальше не проедем, потому что бревно. Так, но туда мы проехать можем. Но там очень темно. Вот это мы убрать можем, если заведем вон ту хрень. Так, завести ту хрень. Как нам это поможет? Ну-ка, иди ко мне рядом, не бегай нигде. Что это? Лебедка. А, ну завести лебедку. Включить. Может быть, мы какую-то кассету найдем, чтобы что-то отмотать, и оно включится. Кто его знает? Фуф. Булет, блин, сказала, ко мне носится где-то там за 3 километра. Мне же страшно тут одной, ты чё? Так, ну... Чё? Где ты? Чё-то принёс? Ой, значок. God. Сильвестр. Сколько людей из-за тебя, чувак, погибло в итоге? Я уже сбилась со счету. Я сначала считала, а теперь я вообще уже не понимаю. Там этих значков уже у нас целый этот вагон. Так. Угу. Что там? Что-то есть. Еще фотки. Да. Ё-моё, Аркадиус. Угу. Это я не могу никак убрать. Просто... Да где ты? Булет! Чё там? Что такое? Ну, спасибо, дружок. Спасибо, мой хороший. Дай посмотрим. Так. Вот. Ну, все просто, короче, зажечь так. Угу. Давление. Понято. На зеленой зоне. Чуть плохая запись. Так, хренакс. И типа закрываешь. Угу. А вот мы внутрь не можем попасть. Сейчас дверь-то закрыта, сейчас мы отмотаем. А там у него что-то... И он потом выходит. Ну, вроде ничего страшного с ним не происходит. Он просто выходит так. И еще раз. Открытая дверь. Так, он открывает дверь. И на этом мы вот так вот выключим. И дверь открыта. Отлично, отлично. Крыша у меня вообще уже поехала, по-моему. Так. Запчасти забрать. Ну да, нам придется свернуть, видимо, как-то туда. Переключить путь. Мы, получается, мы здесь. Туда мы проехать не можем, нам надо переключать путь. Если я правильно понимаю. Что это? Паровой двигатель. Свисток, клапан безопасности, индикатор давления. В общем, у нас, видимо, ничего нет. Из этого перечисленного все надо найти. Угу. Гидрия. Мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех, забери запчасти, которые просил Роберт. Так, зайти и... Да ну тихо, спокойно. Зайти и забрать. Да что, такую музыку-то страшную сделали. Нет тут никого. По крайней мере, я не вижу. Чё ты? Чё? Тут ничего такого нет. Что ты уставился? Вообще ничего нет. А, ну ты вообще лёг. Спать лёг. Так, хорошо, смотри, смотри. А как нам переключить? Тут есть где-то переключатель на ту... А, ну тут я не могу проехать. О, как мы там поедем потом? Я вообще без понятия. Я туда не пойду пока. Вот.
Вот, мы сейчас переключим стрелку. Ну-кася. Подожди, с этой стороны. Вот так вот. Опля. На. Лево. Так, и мы туда съездим. Что такое? Все трещит, кряхтит, пернит. Короче, давайте лучше залезем там, где свет. Потому что чуть только ты оказываешься в какой-то маломальской темноте, сразу все вокруг тебя скрипит, что-то воет, ноет. Так, ну хорошо, здесь у меня вперед включено, питание включено, ты залез. Все, поехали. Вперед на. Не ори. Катаемся по ночному прекрасному лесу. Абсолютно безопасно. Стой. Ну-ка, стой. Что это? Нам либо продолжать путь. Здесь еще что-то есть. По-любому же там нужно что-то собрать, да? Ты как думаешь? Stop, приехали, малыш. А я не вижу, куда бежать-то. Я даже... Ну, надо завести эту шармань, да? Ой. Чё? Что такое? А, бежим! Уай! Бежим! Тут свет, ничего не знаю. Здесь свет. Быстрее сюда! Я видела тебя. Заходи! Все, мы в домике, он нас не поймает. Он нас вокруг-то обойти не может. Мы в домике. Лай-лай на него. Пошел нафиг. Уходи. Сколько раз тебя шандрахнуть надо, чтоб ты ушел? Так кто это? Что за дерево на нас нападает? Непонятно. Какой-то дух чего-то. Вокруг дома шарится. Ищет подступы сзади. Ну давай. Последний разок, наверное, тебя шибаркнуть, и ты все отвалишь от нас. Я тебе отвечаю, с другой стороны. А я не выйду. Нет. Так, фонарик, не мороси. Да что такое-то? У меня уже крыша поехала. Ну что ты, где? Давай, нападай. Гуля, ты где? Да, он с другой стороны. А, видимо, он на буллета среагировал. Блин. Да я боюсь. Ну и чё, где ты? Да я где вообще? А где Буллет? А, вон он. А чё, где? Почему он там-то? Уай! Как будто он сзади. Всё нормально. Он сейчас отсюда нападет. Я его боюсь. Ну чё, страшно же вообще, между прочим. Ну и? Короче, ладно, в доме прятаться беспонтово. Ну, давай. Периодически все перегорает, я так понимаю, да? Ой! Да где эта тварь? Ну и? Слушай, продолжает рычать, я не понимаю. Буллет, ты чё? Ты мне туда-назад показываешь, да? А, он баганул! Он вон там баганул, смотрите. Ох ты ж, тварина, вот что произошло. Ладно, пошли отсюда. Может, он отбагует там? Пошёл нафиг. Ты ко мне беги, он там тоже вылезет. Нет? Кажись, нормально. Все, его отпустило. Он, наверное, выйти не мог, потому что мы тут. Короче, ребята, это было как-то крипово. Ну все, он ушел. Так, ага. Это мы уже видели. Что еще? Почитать.
Мы любим читать. Деревообрабатывающая компания, на название, количество, это неинтересно. Медный клапан, шланг. А, закажи еще клапанов. Угу. Все, что ли, больше ничего тут нет? А то, что нужно нам, это что? Вряд ли мы тут пройдем. Нам нужно, может быть, с той стороны осмотреть вот эту избушку. Подожди, ты не убегай никуда. Он вот тут где-то застрял. Он, короче, пошел. Он понял, что с той стороны он меня не достанет. Там что-то есть. Мне надо как-то туда пролезть. И, короче, он вот тут, вот, видимо, застрял. До меня добраться не может. И выйти не может. И, короче, он баганул. Вообще нормально. Да, и что это? Что это такое? Ты залез? Возьми вот это. Фигню вот эту бери. Хоп, молодец. Блин, опять такой музон страшный. Так, хорошо. Хорошо. У меня есть какая-то запчасть. Давай свалим отсюда, пожалуйста, побыстрее. Просто очень жутко, на самом деле. От этой избушки побежали. Чем быстрее, тем лучше. Я думаю, что если бы мы не осветили ее вот этим вот прибором, то... Фиг бы мы там увидели вообще дорогу до нее. Чисто теоретически можно было добежать с фонарем, но, блин. Так, ты давай это. Поехали. Видишь, музыка страшная. Так, тут у меня все вперед, погнали. Ну что тут? Будут нападать еще. Деревяшки непонятные. Так, смотри, здесь еще что-то есть. Еще. Стой. Смотри, еще такая же хрень. Ой. Ты готов? Походу, еще один поворот. Тот, который нам нужен. И мне сейчас туда стоит дорога. Но мы там не проедем, поэтому, наверное, нужно повернуть, чтобы оно было прямо. Я так думаю. Вот. Мне прямо. Правда, он свернул куда-то непонятно. Ну ладно. А здесь что? Свет надо там дальше включить. Да, меня сохранили. Видимо, тут жопа будет. То есть туда дальше еще куда-то можно сходить. Но у меня есть сохранение, ладно, поэтому крутим. Шармань. Ну, конечно. Чё? Чё? Где? Хотя бы где? Я тебя-то, буллет, не вижу. Вот он где-то, вот тут. Так, минус. Буллет. Да я тебя вижу тут. Ой, не, как он близко-то подобрался. Нифига. Ты куда туда пошел? Пошел ты. Буллет, спаси меня. Буллет. Кот туда лает. Меня задели. Все, уходи. Все, на. Сваливай. Вали отсюда. Все. Все, мое солнышко хорошее, пошли. Мне кажется, мы справились. Сколько раз я вышибанула? Раз 7, да? Блин, что за звуки? Ну нет! Пожалуйста, не надо. Что случилось? Что? Кто меня там добит? Кто это? Вот эта штука? Булет, успокой меня, пожалуйста. Мне очень страшно. Ух ты, мой хороший, ты мне показываешь, где эта собака такая бегает по лесу. Паразиты. Так, ну короче, мне надо тут что-то поменять. Сгорел предохранитель. Ну конечно, когда нам сюда, обязательно сгорит предохранитель. Я не думаю, что он где-то далеко, потому что по такой теме не шарашится. Это явно где-то близко. Ну, давай посмотрим вот тут. Стопудня где-то рядом. Вот тут что? Что это? Так. Угу. Прочесть. А чё
психолога неразборчиво. Общая информация и причины направления. Пациента привели родители из-за сильных панических атак, бессонницы и лунатизма после психологической травмы. Рекомендуют 3 сеанса терапии в неделю. В ходе предварительной беседы мне удалось установить следующее. Пациент активно избегает воспоминаний об инциденте. Он испытывает реалистичные ночные кошмары с момента инцидента. Возможно, этот механизм приспособления. У пациента наблюдается эмоциональный ступор, иррациональная агрессия, отрицание инцидента. В целом он крайне нервозен, возможен невыявленный невроз тревожности. Там собака в крови, смотрите. Ты нашел что-то? Нет, он что-то скулит тут, кстати говоря. Может быть, это где-то здесь, то, что мне нужно. Что ты там нашел? А можно тебе сказать, ищи? Ищи что-нибудь, ищи. Ой, как страшно, блин, капец. Что такое все страшное? Звуки какие-то прям вообще. Он что там нашел, кстати? Да иду. Я не могу так сказать. Он что-то нашел, там что-то лежит. Опа. Опа, у дядю уже был хороший. Вот ты где. Забирай. А вот это нельзя взять? Фонарь бери, смотри, какой прожектор. Это не какая-то твоя пятырочка. Тут как засветит, так вообще. Жесть. Дай быстрее. Что очень страшно. Я хочу отключить надо, наверное, сначала. Во. Балда. Лезу вообще. Что делаю? Просто... Ко мне не чешись там. Так, ну хорошо, мы свет-то включили. Типа туда дальше, да? А я не знаю, можно ли там пройти. Непонятно. На самом деле непонятно, можно ли тут пройти. Вот по этим вот штукам. Нельзя. А тут? Нет. Там что-то есть, мне кажется. Можно как-то что-то разыскать. Возможно, нам туда придется доехать. Я хз. Так, тут везде бревна. Ты где, блин? Булит ёшкин. Где? Как он прошел? Где он? Может быть, вот тут вокруг как-то можно? О! Булит. Ты давай это. Летящей походкой, неспешной. Гуляет в лесу, полным какой-то невообразимой хрени. Ух ты ж. Так, еще. Что это? А. Непонятная чертовщина. Какие-то замотанные штуки. Так. Провода головой бы не зацепить. Слушай, мы с тобой очень далеко ушли от этой вагонетки. Меня это несколько беспокоит. Ты где, блин? На расслабоне как будто гуляет в парке, блин. Я тут уже вообще не знаю. Жим-жим. Страшно. Он там гуляет. И что? И что? Подожди, там что-то. Булет. Булет. Ты где? Как ты там оказался? Подожди. Так, это мы что, вокруг обошли, что ли? Подожди. Все, нормас. Так, можно было, наверное, так не ходить. Хотя, я не знаю, добралась ли бы я до этого бревна, если бы вокруг не пошла, не знаю. Булит, блин, ты перестань это... бросать меня в трудных ситуациях. Булит! По-моему, он слинял. Так, что это? Что? Во! Должно сработать. А что у меня... У вас тоже тише стало, интересно. У меня как будто тише стало. Так, хорошо. Булит, блин. Ты чё? Так, давайте, смотрите. У нас есть эта штука, есть другая штука. Может быть, и этого достаточно будет? Ну, давай. Когда я забрал камеру того старого болвана, в ней было полно бессмысленной болтовни. Но я видел, на что она способна на самом деле. Через нее я вижу в темноте и могу рассмотреть невидимых тварей, что в ней обитают. Через нее я вижу неуловимые для глаз вещи. Через нее я могу оглянуться на вещи, которые я делал. Она не даст мне их забыть. Подожди, камера? Он говорит о камере. Через нее я вижу вещи.
Bullet, seek. Bullet, тащи. Еще давай. Мне что-то как-то в разы звук стал тише. Почему-то. Я ничего не делала, ребята. Ничего не убавляла. Нет. Это не я. Так. Нам надо вернуться к вагонетке. Верните меня, пожалуйста, обратно. Я хочу обратно. Вот туда. У меня теперь есть все, что мне надо. Мы давай поедем и посмотрим. Я ведь как бы пути-то перевела. Мы сейчас с тобой спокойно сядем. Беги за мной, Булет! Нет, никакие искать ко мне. Где моя вагонетка? А, вот, все нормально. Вот тут мы с тобой свернули очень-очень сильно направо. Вот, я сейчас перевела, и мы, по идее, поедем. Вот, видишь, у нас прямо все. Мы сейчас спокойненько сядем. Уф. И спокойненько доедем. Jump on, boy. Ты сел? Что ты там так страшно? Заряжай. Поехали. Так. Ну, хорошо. Что со звуком, не знаю. Что у меня наушники накрылись? Я явно как-то все тише слышу. Что такое? Так, давайте больше без этих вот нюансов. Ага, стой. Подожди. Мы снова тут, да? Да, мы снова здесь. Так, ну смотри, мы сделали круголя. И получается, ну, мы все правильно собрали. Круголя-то мы дали. А чё вот это вот так вот возвращаете обратно? Мы сейчас вот это все поставим, подожди. И получается, поднимем бревно и сможем ехать дальше. Так. Ну, вот эту штукенцию. Так, а потом там что-то покрутить надо. Вот тут-то как... А как мы тут зажжём? Ведь мне непонятно. Болит, ты знаешь, как зажигать? Ну, давай. А чё? Как? Подожди, как? Вот так. Ну? А как огонь разжигать? Может, эту кассету посмотреть? Так, смотри. Подожди. Он там когда разжег, может быть, если я включу, то она будет вот такая разжженная прямо. И держи, говорит, баланс, типа вот так. Вот. Я мозг. Так, а это что? Я не знаю, до каких пор поворачивать. Так, ну ладно. И чё? Ну, давай крутим. Эй! Ну, крути! Оно не крутится. Не крутится. Эть. А ну-ка, если вот так, нет? А если вот так? В эту сторону, по-моему, не крутится. А если вот тут? А, вот в эту крутится. Ну-ка. Так, вот тут что у нас творится, непонятное. Надо посмотреть, что он делал дальше. Хэ? Вот, растет. Давай, вот теперь скручивай. Вот. Бревно-то и поднимется, видите, как бы мы удерживаем в зеленой зоне. Поднялось уже, а как вот еще-то удерживать? Все? Нет? Подожди. And the road's clear. Hop on, buddy. Back on track. Найдем этого, блин. Почему так тихо, блин? Ну реально, видимо, это какой-то капец с этими.
Так, подожди, с наушниками. Да, тогда, нам нужно перевести путь. Найдем, говорит, этого ублюдка. Это очень страшно. Какого ублюдка? Не надо никого искать, страшно. Так, едем туда, получается. Ты мне включи фонарь. Потому что ну его нафиг. Что такое? Я что-то все страшно. Иди ко мне. Залезай, поехали. Come on, buddy. Я, все, он уже на месте. Я не успела залезть, он уже на месте. Все, ребята, едем. Очень страшно. Хотя звуки теперь почти не слышу. Не знаю, как на записи, но страшно все равно. Давайте без этих чудиков лесных. Давайте без них. Доедем спокойненько. Это же здорово. Просто едем до места назначения. Никого не трогаем, не скули, булет. Я тоже заскулю скоро. Ты думаешь, тебе одному страшно? Что такое? Вау. По катушке, по ночным лесам. Сделайте мне день уже, в конце-то концов. Надоела эта ночь в лесах. Ну, мы с вами выехали как раз в то место, где вот эти вот... Да-да-да. Где вот крутились вот эти штуки подземные с листвой. Разгоняйся, давай на полной проедем это проклятое место. Вон они! А как мы теперь проедем? Чё, мы со светом едем, по идее, они же могут... пугаться или нет. Тут везде, кстати, все освещенное, и вообще, смотрите, фиолетово. Видите, фонари стоят. Срать, они хотели на то, что стоят ваши фонари и свет какой-то. Их не пугает вообще, походу. Да-да-да. Главное, не сходить с поезда. С дрезины, вау. Едь вперед. Мы должны доехать. Чуть-чуть, блин. Только пожалуйста, ну. Иди, прошу. Мы очень устали от всей этой чертовщины. Вот мы вроде самую жопу проехали. Ай, ты постоянно это говоришь? Ух ты, смотри, какой здоровенный мост. Нифига себе, чуть-чуть. Ну только, пожалуйста, не рушься, а. Stay still, boy. Very still. Не сейчас. Я думала, мы свалимся, все, знаете, как в лучших традициях. Ты тут со мной хоть не выпал нигде. Что такое? Все, приехали. Погоди, он со мной. Так, фонарь. А, телефон. Ну, давай, Джесс. Линия занята. Ну, конечно. Хотя показали, что есть, как бы, возможность позвонить. А кому мы будем звонить? Автоответчику, может? Линия занята. Ну, конечно. Ладно, слушай, а может быть, рация? Anybody there? Anyone? This is Ellis. Over. Понятно. Мне никто не отвечает нигде, поэтому пошли. О, господи. Пошли, пари. Что? Нет, это не то. Джесс? Yeah. Alice? What's going on? Are you okay?
No, it's nothing. And everything. Yeah, I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see things, and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. God damn it, Ellis. I can't do this again. I'm sorry, but I can't. Jess, please. I need you. You need help, Ellis. I tried to be there for you, I really did, but you keep pushing me away. Keep going deeper and deeper. Jess. No, Ellis, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it. Yeah, I'm sorry, I'll call you later. Короче, вот мы и приехали. Ты это... Куда подключился-то? Тебе, говорит, нужна помощь, то да сё. Так, тут ничего нету, да? Нам, походу, туда, куда вот он убегал, да? Ты мне путь показываешь. Эх, ты ж мой хороший. Ты можешь что-нибудь поискать? Если сможешь, конечно. Ох, ребята. Кажется, мы все ближе к чему-то. Но к чему, не знаю, нифига такой пошел по луже. Ладно, я за тобой. А что это за... Что? Дома какие-то. Эй. Болят. Ты давай это. Такой всплеск и нет буллета. Ага, вот оно. Завал вот здесь. Мы не смогли проехать, но мы это все дело обошли. И что это? Он что-то нашел. Нет? Ты чё, блин? Чё мне Дезу вообще тут заслал? Так, тут нам меня сохранили. Тут надо покрутить, повоевать, видимо, и что-то тут сделать. Ну, давайте это уже в следующий раз. Очень криповые поездки на вагонетках. Спасибо, ребят, вам за ожидание. Спасибо за просмотр. И скоро увидимся. Всем пока.